go. It's a best effort. Just her 25th match of the year. This match is going to be played on Sharapova's terms, whether the ball goes in or whether. Of thunderstorms. So three games in a row. One of the former finalist, 4-1 first set. Вот первая сегодня хорошая контратака Каратанчевой. 15-30. И вновь, на этот раз двух ударов хватает Марии Шараповой для того, чтобы взять очко. Гейм могла прибавить серьезно, она, наверное, все-таки не была. Два брейкпоинта будет у Шараповой. 15-40. Ошибается Мария, но так достаточно долгое время, наверное, даже в обороне ей пришлось поиграть. Наверное, логично, больше возможностей у Шараповой было этот гейм выиграть.